это Kearsarge Fire Department. Наши местные пожарники делают сегодня день открытых дверей. Kearsarge — это зона, место, где мы живем. Вот они делают день открытых дверей. Кто хочет, приходите, смотрите, как пожарники работают, на каких машинах они ездят. Вот, чем занимаются. Все, я тоже зайду, посмотрю. Так интересно. Вау. Старая машина стоит. Какие красивые пожарные машины. Просто обалдеть. Начищенные, хромом блестят. Смотрите, какая прелесть. Вау. Все свое оборудование выложили, выставили. Смотрите, люди, да? Смотрите. В Америке 90% пожарники — это волонтеры. И им еще не просто стать так просто пожарным. Нужно проходить тесты, быть, я не знаю, там и здоровье, чтобы было, чтобы мог прыгать. Скакать, как говорится. Вот она. Короче, будем смотреть, чем оборудована пожарная машина. Видите, какой? Сколько здесь всего? Сколько? В Америке сколько живу, никогда не видел поблизости вот так вот машину пожарку. Вот еще одна. Самое-самое, все необходимое. Баллоны, молотки, лопаты. Я даже не знаю, как это все называется. Все. Ужас, форма. Вот какие подключения, шланги. Сюда все подключается. Вот пожарка какая. Красивая. Я смотрю, здесь собрались Belly Valley Fire Department. Это не только наш Kearsarge. Сюда еще и гости приехали с других мест города. Мы Kearsarge. Называемся место, где мы живем, как Millcreek и Kearsarge. И есть Westridge, вот это с Westridge Road, Westridge компания приехала. Это другой зона города. Это Belly Valley, это с Иста. С другого приехали к нам. It's okay. Ой, какая старенькая машина. Ой, какая прелесть. Вау, она.
стрелу свою выпустила. Вот такая техника. American La France. Французская, что ли? American for might for meat. La France написан. С ума сойти, я не знаю, что это такое. Ну, наверное, это уже музейный экспонат. Естественно. Но во вполне рабочем состоянии. Люди приходят, особенно с детворой. Пацанам нравятся такие дела. Жалко, мои дети уже выросли. Буду внуков привозить, пусть еще подрастут чуть-чуть. Стрела какая огромная. Лестница. Опа, залезем наверх. Посмотрим. Вау. Красота. Сидушка, тут можно сидеть. Человек один здесь сидит, второй там сидит. Здесь двое сидят спереди. О, запах такой. Масло. Все на гидравлике. Значит, масла должно быть много. Баки здесь. White set left round. Why it's at La France? American? American La France? Yeah, Americans, what's a for might, for meat, and how you pronounce? So this one, yeah. La France, why it's La France? I think it's La France. Is it? That's the name of the manufacturer. Yeah? I don't know exactly. Not from France. No, not from France, no, it's not French. I don't know, because it's old one, old truck. I have no idea. No. That's the name of the company. Company, yeah. Yeah, they're out. Like I said, for might or for meat, for might? For might, probably. I don't know what that means. Yeah, me too, I don't know. Yeah, it's beyond my time. Yeah. how old is truck? 60, 70 years? I think older. Oh, even older? 40s. 40 years? Yeah, 1940s. Uh-huh. 1940s, from yeah. 1940s. Before World War II? Or after? After, yeah. Wow. Nice. Thank you. Yeah, you're welcome. Is it works? Yes, it's supposed to be works. Yay. Bell is working. I don't know, just try. Yeah, just stand here like this. Up, you can sit here or here. It's a place. Yeah, yeah, go ahead. Yeah. Those more high over there. Говорю, пацанам нравится, они балдеют от этого, от этих машин.
Вот такая еще машинка есть. Немного меньшая размера. Сейчас я ее... Во. Вот такая. Тоже пожарники. Форд. Тоже баллоны. Они также, эти машины, как emergency, не просто тушат пожар, а в основном они еще, если кому-то плохо, они еще оказывают и медицинскую помощь вот на таких машинах. Те могут тушить в основном пожар. Эти оборудованы еще и медицинским всем. Обычно выезжают 3-4 машины разных, разного оборудования на пожар, вдруг кому-то плохо. Вот. Пойдем еще дальше, пройдем, глянем. Полицейская машина. Пожалуйста, сияет огоньками. Same like you doing, yes. He's gonna do it the right way, right? Oh yeah, yeah. Because you know he's going. You know he's going to get defensive. So. Вау, это что-то такое военное. This is not a fire, right, Rock? It's like a military something. Yeah. That's right, yeah. Something like... It's cool. Yeah. You got a machine gun up on top. That's cool, man. Who stole them? Yeah. Let's go. We'll swing by late at night. Uh-huh. Yeah, it's something so like... So cool. So cool, yeah. Wow. Yeah.
специальные машины, большие такие. Я даже не пытаюсь объяснять, что здесь. Потому что я не в курсе сам, как это, для чего это, куда это. Наверное, были сегодня туры, объясняли. Уже, конечно, время подходит к завершению. Люди уже просто ходят, смотрят. Рейна! Кто это, Рейна? Кто это? Mannequin. Yeah. A doll. There you go, right? Throw him around. Throw him around. She said, I want to go see the dead boy. Oh my. Yeah. Well, so go to the morgue. Once in my lifetime here in America, they draw me, transfer me from a Millcreek community to the St. Vincent. And oh, yeah? An ambulance. Yes. Not like this, yeah, much bigger. It was bigger car, yeah. But... Yeah, this is a little guy, isn't it? Uh-huh. There's not a lot of room in there. Yeah. Paramedic. Смотри, это написано custom build for Perry Highway House Company, ручная работа, единичные экземпляры, только для этой компании сделано. Какие красавчики, да? Столько оборудования, сколько. Это вся машина сделана по спецзаказу, ручная работа, только для этой компании, пожарной этой компании. Summit Township, это у нас тоже по соседству, рядом с Millcreek Township, Summit Township. Смотри, какая красота. Обалдеть. Back off, назад. А здесь мишени сбивают струей. Детвора. Get up higher! Go higher! Go higher! Go higher! Good job, Jack. Alright, hit the other one. Get your arm. Get a hold of it. Hold that back. Nice. You want to try it? Yeah.
Хоть самому пойти надо, попробовать, что ли. Как это шлангу держать с таким напором? Вот дают, а? Развлекуха сегодня детям. По тракам полазить, по машинам. Вон, со шланги пополивать, позбивать мишени. Обалдеть. Надо попробовать пойти самому, а? Oh, he's a natural. There you go. Yeah! I never did this before. Как я сделал? Со шланги пополивал. Вот такой у нас пожарная команда, пожарный департмент. Вот, если что случается, отсюда вылетят сразу все на пожар, тушить, на помощь. Чип и Дейл спешат на помощь отсюда. Вот такие тут Чип и Дейлы. На таких вот машинах работают. Классные, молодцы вообще. Обалдеть. На такие машины можно ходить и целый день смотреть. А если когда еще есть возможность все пощупать, это вообще обалдеть. Вот в такие дни, когда open house называется, день открытых дверей, приходи, кто хочет, лазь где хочешь, щупай что хочешь. Они все показывают, все вылаживают. Класс. О, завели броневичок. Дети, они и в Америке дети. Все любят полазить сверху. Как у нас, а? На Сормогиле. Все на танках все лазят, на пушки лазят. Вот здесь то же самое. Дали возможность быть везде, полазить везде.
Аля, а ты без Марио? Че, одна приехала? Да, с малой. А где Людка? Уже убежала Людка? А? Не, она там. А, там лучше, да? Вот. Галя тоже сегодня на опенинге. Да. Вот, приучаем вот эту вот малую. Да? Эй, малая, привет, скажи, привет. Я тоже пожарник будущий. Пришла посмотреть. Мне кажется, она будет больше полысмя. Ага, не говори. Ах, ты ж такая. Ей там больше понравилось. Ага, там больше моргает. Там больше моргает, там больше кнопочек. Больше кнопочек, и оно пищит сильнее. Ага. Эй. Вот такой вот хаммер. Вот дает. Это полицейская машина впереди меня дает сигнал. Вот такие вот. А, Люда, вот это ты где. Yeah, I did a hose watering over there. Oh, you did? Yeah, I just. О, oh, броневик будет выезжать. Вот даже у них есть поисковые собаки, search dogs. Вот ходит инструктор с собачкой с такой. Все, народ, поедем домой. Заканчивается вечеринка у них здесь. Они уже потихоньку разъезжаются, собираются. Это был национальная гвардия. Вот армейцы. Это у нас такая небольшая база за городом есть. Вот там они находятся. Не было береговой охраны сегодня здесь. Вот. А так много народу. Называется Coast Guard, их не было сегодня. Видите, национальная гвардия была, представители национальной гвардии были здесь. А береговой охраны, которая вот у нас здесь на озере, не было. Ну, не знаю. Говорит, они говорят, а что им приносить сюда? Я говорю, да хоть самих себя принесли бы. Вот. Да и все. В общем, такие дела. А, вот завели старенькую машинку. Пожарку. Они говорят, 40-х годов машина. Сейчас я разверну камеру. Всем пока, уезжают с других департментов, уезжают по своим домашним местам. О, будет опускает лестницу.
Chance, watch. Chance. Look at him. Can I climb up the ladder? No. No. Watch the hook. Look at the ladder. Все медленно, медленно слаживается. Ходят все, смотрят, детвора он лазит, тут старый трак. Тут военные были уже, правда, уехали, ага. Ну, я не знаю, я не сначала тоже. Все, походили, посмотрели на наш пожарный департмент. Посмотрели на другие пожарные машины с других пожарных департментов, молодцы. Классное, все блестит, красиво, сияет, все готово к работе. Все, всем пока.